Работу единого миграционного центра в поселке Новоивановское проинспектировал глава округа Андрей Иванов. Ранее в организации были очереди, но на данный момент маршрутизацию посещений отрегулировали. Да, конечно. Мы уже отводили, да? Добавили площадку. У нас синий зал, вот этот красивый синий зал, мы полностью отдали под Украину. Поэтому вся Украина обслуживается на одном этаже. И вот сегодня, даже еще раз повторюсь, потока такого нет. У нас в день приходит где-то порядка 300 иностранных граждан. Для нас после 1500 это неплохо. И мы всех как обслуживаем, и в принципе к вечеру у нас даже уже людей нет. Также на встрече обсудили обустройство общественного пространства вблизи центрального въезда в миграционный центр и организацию пропускной системы. А как их пропускают там? У нас на воротах стоит служба безопасности, и мы, во-первых, опрашиваем, зачем приехали. Если это иностранный гражданин за услугами, он предъявляет свой иностранный паспорт. То есть мы видим либо вид на жительство, ну, любой из документов подтверждает, что он иностранный гражданин. При одновременном наплыве большого количества посетителей парковка около миграционного центра не справляется. И сейчас решается вопрос о расширении пространства. Мы считаем, что у нас вопрос с парковкой закрыт на сегодня, или все-таки это проблема? Не до конца решена. Она не совсем до конца решена, потому что мы вот пока пользуемся данной парковкой. Ну, мне все равно недостаточно, потому что прибывающих граждан больше. Все вопросы работы единого миграционного центра и прилегающей к нему территории Андрей Иванов взял под личный контроль. Полина Толмачева, телекомпания «Одинцова».